Ну, а если мы говорим с вами о комплекте, еще раз напомню, что у нас есть готовый комплект. Это водолазка и юбка Ассоль. Это наш комплект, который выбирают наши девушки. Они сейчас демонстрируют вам готовые образы. Оль, как ты оцениваешь вот эти образы? Ты знаешь, мне очень нравится. Я хочу сказать, что это эксклюзивный образ на телеканале Шопен Шоу. Только вы можете обнаружить такую юбку Ассоль. Вот посмотрите, какие юбки мы вам предлагали уже на телеканале Шопен Шоу. Юбка-карандаш? Да. Юбка-макси-пол? Да. Юбка-гаде? Но такой юбки мы вам еще ни разу не предлагали. А еще эта юбка представлена у нас для вас в честь осеннего шика нашей акции. Новинка. Три цвета на выбор. Давай покажем, Надь. Так, у нас есть три цвета. У нас есть самые популярные. Это серый и черный. И у нас есть для ярких модниц, для смелых женщин у нас есть сильный красный цвет. Поэтому, собственно, юбка называется Ассоль, как ассоциация с яркими алыми парусами, которые ждала девушка. Блин. Вот наша рекомендация на эту осень. Слушай, я уверена, что вот в этой юбке вас непременно встретит ваш долгожданный принц. Где он там задевался? Встречаем его в этой юбочке, дорогие мои. Причем она стоит на нашем телеканале по цене премьеры. Что значит цена премьеры? Сегодня неустанно буду вам объяснять наши ценники. 2690 рублей. Это уже цена со скидкой. И это новинка. Вы только представьте себе, в магазине уже давно представляют осеннюю коллекцию, правильно? Так вот, они со скидкой идут? Нет, конечно. А у нас сразу осенняя новая коллекция и со скидкой. Цена премьеры 300 рублей экономии. И давайте поговорим сразу об эксклюзивном дизайне. Оля правильно сказала. Мы предлагали вам юбки Гаде, прямые силуэты, а-силуэты, но это что-то новенькое. Во-первых, здесь три яруса у нас из ткани. Во-вторых, у нас средний ярус выполнен из особой ткани. Это имитация эко-кожи. То есть это текстиль. Я сразу открою все карты, чтобы вы понимали, что на самом деле, вы представьте только себе, эту юбку можно стирать. И не только, ее можно стирать в стиральной машине. Ее не нужно сдавать в химчистку, потому что это не кожа, это не эко-кожа, это, Оленька, новые технологии. Скажи, текстиля, как тебе? Очень мне нравится. Ты знаешь, мне нравится этот перелив, этот блеск. Вообще, змеиный принт я очень люблю. И наши телезрители тоже его обожают. Мы это знаем. Дорогие наши, вот я сейчас сразу Наденьке задам вопрос. Надь, скажи, пожалуйста, все-таки ты поговорила про стирку. Здесь вот эти вот имитации под змеиную кожу. Так, как бы верно. Чешуйки, обратите внимание, как они переливаются. Вот при стирке, вот не сотрутся. Оленька, это новая технология. Сейчас 2015 год. Конечно же, это не проблема. Единственное, что я вам рекомендую, это не ставить 60 градусов в кипяток, а ставить среднюю 30-градусную температуру, стирать в машинке. Итак, уход прост, как вы видите. Давайте посмотрим, как эта юбка смотрится на наших моделях. У меня сразу созревает вопрос. Надя, ты сама понимаешь, как сложно нам подобрать юбочки под наши нестандартные с тобой фигуры. Да. У тебя в бедрах не проходит, а у меня в животе не сходится. Да, это отдельный вопрос. Я попрошу оператора сейчас наехать на юбку, я покажу вам, почему она будет сидеть удачно на любой фигуре. Вы наверняка знаете, если вы выбираете расклешенную юбку от пояса, она может полнить. Но наше спасение – это кокетка. Кокетка, которая идет по бедрам, а после начинается расклешение. Кокетка идет до середины бедра, дальше начинается расклешение. Вот в этом и есть секрет. Технология стройности, дорогие мои. Хотите позволить себе пышную юбку? Выбирайте юбку с кокеткой, тогда вы будете выглядеть очень стройно. Выбирайте новую модную юбку из нашей осенней коллекции. Осенний шик – это наша акция, и цена премьеры действует на нее. Значит, цена со скидкой. Какой цвет вы выбираете? Какой он нравится вам больше всего? Серый, черный или красный? Звонки по России бесплатные. Оплата при получении сейчас. Ничего платить не нужно. А значит, дорогие телезрители, с телеканалом Шопен Шоу покупки делать безопасно. Вот подскажи, пожалуйста, вот посоветуй. Сегодня, Надь, ты в роли эксперта выступаешь у нас. Ты все знаешь. Действительно, Наденька у нас уже давно работает на рубрике «Мода». Она уже знает все лучше экспертов.